Смотрите, Маргарет. Газеты пишут, что человек-невидимка восстал из мертвых. Ходят слухи, что это не человек, а призрак, который охотится на людей. Я очень голоден. Отдай мне свою душу. Прощай. Я уже ощущаю этот мир. Это полиция, мэм. В последнее время происходило что-нибудь подозрительное? Странные звуки? Аделин. Видение? Нет, ничего подобного не было. Чем больше душ я забираю, тем реальнее становлюсь. Если этот монстр обретет плоть, спасения не будет. Она с ним заодно. Я открою тебе, как прекрасна тьма. Он повсюду и очень опасен. Мое время пришло. Человек-невидимка. Возвращение легенды. Тьма наступает. В кино с 4 января.